Как же я долго собираю. А, чё так фрукты быстро набрал? Интересно. У меня, кстати, изначально была тактика собирать там ящики, но я сначала не обратил внимания, что там очень мало монет дают, по факту. Ну да, кстати, вот эта тактика с тем, что ты смотришь абсолютно вниз, довольно рабочая. Ну нет, я так не люблю это, когда это не прокает. Это очень маленький шанс. Ты как бы скользить начинаешь. Я сейчас сам не до конца понимаю, как вообще это работает штука. Потому что у челов, которые... В отличие от меня, хорошие раннеры в этой игре. Вот у них там... Все супер красиво. То есть они мгновенно подлетают. Я на самом деле подозреваю, что нужно бинтить прыжок на колесико. А это можно сделать только через конфиг. Наконец-то. Ну и вы, конечно же... Так, дайте, пожалуйста... Мне очень приятно, что этот чел так заботится о моем лице. Шпрыгает на нем. Так, пожалуйста. Рандом не подвел. В кои-то веки. Вот так сделаю. По-моему, Кусь говорил, что так можно делать. Или я ему советовал так делать. Честно сказать, я что-то уже не помню. Что-то как-то маловато, пацаны. Опять, походу, кто-то не дорабатывал. Не, реально очень мало. Кто-то из них реально не работает попросту. Благо цена идеальная. Ну, еще такая цена-то плохая довольно. Ну, рискнем. Чем рискну, вообще не знаю. А, ну, я дурак. Рисковать ничем не надо. Изи.
конечно, я потерял, наверное, минут 20 из-за этого. Ой, да ты возьмешь хотя бы одну морковь? Ладно, там еще есть. Что-то вообще как-то так себе. И рандом зашел. Пока что все идет абсолютно ужасно. Ну, как обычно, в принципе. Ничего нового. Хотел одну рискованную тактику попробовать, поскольку было два фрукта. Ну, в принципе, попробовал. Она не сработала. Не, ну так-то вообще, на самом деле, неплохо пока все идет. То есть, конечно, не ПБ. Ну и не так плохо. Да возьмись. Ого, минус 10. Вы чё, шутите? Мне кажется, это фальшивые минус 10. Рандом что-то походу меня решил во все щели. Походу реально во все щели решил. Эх, промахнулся. Так не люблю прыжок этот. Он очень такой своеобразный. Ну, больше всего я, конечно, не люблю вот этот прыжок через каньон. Я его делаю супер своего, но даже так он мне не особо нравится.
Какой смайл? Я уже думал, ты куда-то исчез. Чак, не пугай меня. Страшно все-таки тебя терять. Взрывайся. С первой попытки. БТВ. Радиоактивный. Ну куда ты? Это была очень рискованная тактика, но она почему-то зашла. БТВ похоже на глот на этом сплите. Если я, конечно, сейчас не зафейлю абсолютно все, что возможно на гейтскипе. Например, радиоактивный кристалл улетит. Тар-тар-тар. Даже такое случится, я уверен. Ладно. Где он? Ой. Так, я взял медовый. Прикольно. Да, глот у меня здесь сломанный. Ну, в плане сломанный, что реально сломанный, а не супер крутой. Поэтому я просто пропущу. У меня столько энергии уже хватит. Даже можно было пораньше. Опа-опа. Опа-ча. Так, а теперь главное не зафакапить все. Идеально. По-моему, это было идеально. Квантовые слаймы, пожалуйста, слетите нормально. Я вас прошу. Оп. Сохранил инерцию. Идеально. Пум-пурум-пу-пум. Вот такие пироги.
ПБ или бан. Слушай, я с такими словами сейчас улечу в яму самую первую. Которую легче всего перепрыгнуть, я в нее прям улечу. С такими заявлениями. Нормально, перелетел. Ты мне больше не нужен. Так, а теперь... Не, самое сейчас классное будет, если мне выпадет нормальный кредит. Ой, Зерк 202, привет. Мы пришли, кажется, на ПБ. Ну, сплит здесь немножко сломанный, плюс один это... На самом деле это был глот, скажем так. Идеально. Кажется, идеально. Bless RNG, bless RNG, bless RNG. Это даже 17:30 сап. Да, это ПБ. Топ 20. Е-бойс, топ 20. Док уже скинул сплиты. Поклапывай на них. Заливай. Ну, скорее всего, это либо 20-е место, либо 21-е, либо 22-е. Ну, короче, что-то между.